сирот, христиан православным, и ниспостриганы милости Твоя богатая, молитвами все пречистые Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных первоверховных апостолов Петра и Павла, святаго апостола Андрея Первозванного и всех прочих святых славных и всехвальных апостолов, Ижего святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Ижего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия, Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святаго благоверного великого князя Александра Невского, Ижего святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителя московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Ива, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, Ижего святых отец наших, Никиты, Иоанна и Геннадия, святителей новгородских, святых славных и добропобедных мучеников, святых царственных мучеников и страстотерпцев, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех новомучеников и исповедников российских, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия, Печерский, Сергия, Игумена, Радонежского, Серафима, Саровского, чудотворцев, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, преподобных и богоносных отец наших, Сергия, Германа, Валаамских, чудотворцев, преподобных Назария, Игумена, Германа, Алянскинского, Антипа, Валаамского и всех святых на Валааме просиявших, святаго апостола Варфоломея и святаго апостола Тита, епископа Криского, иже и память ныне совершаем, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.